Ребята, всем привет, меня зовут Юлия Пушман, и мы продолжаем с вами играть в Dying Light. Это у нас уже 11-й выпуск, хотя мог бы быть и меньше. Так, сейчас у нас все проглючит. Представляете, я не играла целых 2 дня. 2 дня. Так, что у нас тут по инвентарю? Я уже забыла, что у меня тут есть, что у меня тут нет. Король, кстати, надо прокачать вот эти все, блин, аж легендарные вообще. Надо нам все это прокачать. Ну как, мои любимые, вы знаете. Давайте посмотрим, что у нас по заданию. Ой, вы посмотрите, сколько у нас, во-первых, загруженного контента. Как минимум, тюрьма, стая базяка. Базака, юбилейный тоннель. Сколько всего интересного. События, сообщества, режим гипер. Так, запачка труп. Уничтожьте зомби голыми руками, чтобы получить награду. Это может быть лучше, чем расшвыривать врагов точно игрушечных. Так, а чё, как мне их так-то? Голыми руками, это как? Это типа убрать орудие? Ну, попробовать можно. Чё у нас там по навыкам? Так, мне охота прокачать ловкость, потому что у меня тут вообще меньше всего уровня, а мне это как бы очень полезно. Так, сегодня я опять спешу. Ну, как спешу? В ресторан потом пойду, поэтому. Сегодня воскресенье. Говорю мужу, хочу в ресторан любимый, грузинский, знаете, такой. Мама тут и называется, очень там вкусно. Так, у нас задание, доберитесь до радиомачты через канализацию. Ах ты собака, сутула, как мне надоели эти канализации. Но я очень люблю эту игру. Прикиньте, кто-то написал в комментах, что... Так, погоди, мне магазин нужен. Так, магазин, мы только что от него улетели. Где у нас тут еще есть магазин? Он мне просто необходим. У меня патроны закончились. О, кладовщик. Там есть кладовщик. Ну, можно сходить, но, в принципе, кладовщик это не то, что я хочу. Я-то хочу магазин. Но я думаю, мы быстро доберемся. О, груз сейчас сбросят. Или уже сбросили. Куда-то недалеко полетели. Наверное, уже что-то сбросили. Чё-то я шатаюсь. А, я на каких-то шариках стою. Чё? Хелп. Так, ну полетели. Надеюсь, сейчас у нас все сработает. Отлично. Наша джишка становится все лучше и лучше. Мы начинаем летать все выше. Ой, блин. Так, зачистите зону. Так, куда бы нам прыгнуть? Я уже профессиональный... Ух ты, как их много. Это вот эту зону, походу, зачистить надо. Но я не прочь, только если они не будут респауниться. Респаун. Так, фонарь. Хотя зачем это я делаю? Подожди, как минимум аптечку съесть надо и звук потише. То я обосрусь еще. В прямом эфире это не хотелось бы. Чё я говорила? Блин, вот даже никто ведь не скажет сейчас, да? Никто же не прокомментирует. Может, мне действительно какие-то онлайн-прохождения делать? Так, мне не сюда, все, пошли к кладовщику нафиг. Лети! Так, просто быстрее летать по карте. Ну, надо... Господи, боже мой. Чё-то все потемнело. Или это у меня опять выносливость кончита? О, я просто хочу поживиться немножко боеприпасами, а то у меня вообще с этим все плохо. О, и он тоже искал, чем поживиться. Не догонишь, не поймаешь. О! Так, а мне наверх. О! О! Нормалды. Все. Так, куда мне? Вот это безопасная зона. Это безопасная зона? Слышь, что-то не выглядит как безопасная зона. А, кладовщик где-то внизу. Это, наверное, может в здании? Сейчас мы поглядим. Да блин. А, ну вот сюда, наверное, не? Ого. Не-не-не, сейчас меня же будут убивать. Так, голыми руками. Блин. Что это?
Эти крики, блин, я вроде как уже к ним привыкла. Сука. На, сука. Все. Да вот сюда мне, наверное, сюда, да? Блин. Да ты чё, да ты чё, да ты чё, отстань, где кладовщик? Да чё такое-то, а? Разве не здесь? Походу нет. Так, кладовщик. Просто я не знаю, где какой кладовщик. И что это вообще все значит. Говорит, внизу. Прям на углу. Значит, тут должен быть какой-то вход. О, ловкость 50 нам дали, походу. Теперь он говорит, кладовщик наверху. Может, тут? Тут какой-то вход есть? Блин, да что такое? О! Вот сейчас не горит теперь, как этот. Так. Давайте рассуждать логически. Мне нужен кладовщик. Говорит, что он прямо на углу. На углу входа я не вижу. Сейчас он мне говорит, что я на одном уровне нужном. То есть он где-то на этом типа этаже. Только на другом здании. Сюда я зайти, соответственно, не могу. Собака сутулая, а? Тут я тоже нигде не могу. Значит, пошли отсюда нахер. Уже устала, если честно. Интересно, перелетит? О! Аж пролагало маленько. Оп. О! Зону карантина нашли. Пошли. Вот сюда, походу. Полосатый, что-то я не успела дочитать. Ну, здесь у нас, как всегда, эти штуки помощи при ЧС. По сути, они мне не нужны, но просто посмотреть хотя бы, что там. Так, трудно, награда 7500. Блин, вот... Знаете, что тупо? Что ведь мне уже даже эти награды... Ничего. Так, может, лучше все-таки вот так? Но, с другой стороны, здесь же наверняка могут быть какие-то чертежи, хотя я думаю, что нет. Блин, знаете, что мне писали? Это вообще очень интересная тема. Какой-то отель, походу. Мне писали, что там, где лежит Эскалибур, там же лежат и чертежи. Я, по-моему, это уже говорила в каком-то выпуске. Но это реально интересно. А что тут трудного? Никто же даже не нападает. Трудно. Но мне сюда и не надо. А, надо, блин. Мне сюда надо. Ой, что-то крики какие-то. Сейчас кто-то прибежит, мне по башке надает. Сука, точно бежит. Ты чё? Патрон мало еще. О! Так, они дадут мне взломать эту хрень или как? Мне туда надо, там лежит одна какая-то фигня. И из той комнаты я могу пройти в соседнюю. Отлично. Орешки. Так, давайте закроем. Крики, да, лютые вообще.
Хорошо, что я знаю, что это просто игра. Конечно, мне это не нужно, но... Интересно, а дают какие-то... Сука. Испугнила меня. О, выглядит клёво. Что мне не нравится проходить сейчас полностью по сюжету, потому что мне хочется быть максимально прокачанной, потому что я уверена, в конце будет какой-то лютый босс. И мне бы хотелось с ним встретиться уже, ну, полностью заряженной во всех моментах. О, что за мачете? Таких драгоценностей я еще не видела. 500 стоит, клёво. У нас был такой мешочек. Вау. Возьмем мачете, глянем. Ну, наверняка не лучше нашего, ну да. Правда, у нашего прочность уже просто никакущая. Ну вот, видите, как клёво. Все-таки есть смысл в каких-то взломах. Я, конечно, могу что клёво могу купить за обещанные деньги в этой игре. Что-то фиолетовенькое. О, да блин. Надо посмотреть. Так. Игра улет. Я видела, в комментарии писали, что некоторые даже скачали себе эту игру после того, как посмотрели, как я играю. Блин, на самом деле не так... О! Все равно не лучше нашего. Ну, я уже вижу по урону. Так. Подождите, мы же должны были осмотреть эту комнату. Здесь что-то должно было быть. Или что мне тут надо собрать? Помните, она горела желтым? Мы сюда зашли. Я разве здесь... Я разве нашла здесь этот при помощи? Помощи при ЧС? Мы здесь нашли только вот это. Ну реально, эта же комната горела. Типа, осмотритесь. Это что? Это мыло, я думаю, патроны, может, у меня как раз с ними не очень дела. Ой, пошли там выйдем, что нам еще взламывать, делать нечего. Все равно не пойму. Сука, где? Где? Шум. Жалко, из них патроны не выпадают, да? А еще было бы клево, чтобы все, что валяется на полу, чтобы оно само ко мне подбиралось. Вот они там шумят. Так, а что они не просвечиваются? Нет, все равно напряжно, конечно. Но мне хочется отсюда уйти, что-то есть, честно. Так, сейчас я начну открывать, они на меня нападут. Я пока на релаксе, скажем так. Меня только вот эти шумы напрягают. Так, если тут кто-то, узнаем сейчас. Все равно мы закроем эту дверь. Вот. А другое? Помощи при ЧС где? Я эти штучки все-таки буду открывать, потому что в них есть что-то реально стоящее и то, чего я еще не видел в этой игре. Например, вот эти драгоценности, которые мы сейчас подняли. Ой, мама жа. Мама жа. Мама джан. Напряжно. Ну, не сильно. О! Клево! Я тоже такое не видела. Типа какие-то предметы, которых я не видела, все равно прикольно, даже если они не круче, чем то, что есть у меня. Да что ж такое? Ну почему же здесь пусто? Тут же должны быть эти при помощи ЧС. Наверное, специально они показывают комнаты, в которых, возможно, будет. Но на самом деле там нихера нет. Что-то мне лень искать. Думать, я боюсь? Нет. Я просто хочу найти магазин. Или нарваться на бандитов с автоматами, у них будет много патронов. Что здесь нас ждет?
Чё, клёво. Зебра. Предрелиционная какая-то. О, задира какая-то. Это все для ремонта оружия и для улучшений. Клёво. Все это клёво, но смысл, собственно говоря. Так, ну нас могут там ждать. Пошли отсюда нахер. Бежим. Где выход? Нафиг. Посмотрели и хватит. Понятно. Мне просто интересно заходить в разные локации, в принципе. Да, я хочу к кладовщику. Мне не удалось найти его. Блин. Мне теперь это появилось, как то, что мне надо там все исследовать. Не хочу. Эй, я говорю, не хочу. В эфире. Так, нам туда. Будем добираться по этим. Да, давайте ловкость прокачивать. Вон, плюс 7, плюс 7. Так, тут какая-то драка. Что это больная бегает? Давай, поднимайся, сучка. Или больной. Ну ты и долгий, а? Идешь, нет? Ой, кто-то тут уже. Еще и сломалось оружие, это наше. Так, давайте уже заберем все, что нам надо здесь. Взламывать опять? Да блин, как надоели, а? У нас просто выпуск взломов. Чуть-чуть. Да блин. Опять же таки, зачем я собираю эти штуки, если они у меня прокачаны? Не понимаю. Где ваши патронусы? У вас их нет, понятно, у вас вы с кочергой ходите. Так, ну мы уже неподалеку. Мы уже совсем рядышком до нужного места. Блин, да я вот все равно чувствую, что как-то не так мне страшно стало играет, потому что у меня все супер. Сейчас чихну. А вот зона, например, это у меня охота зачистить. Может, тут и магазин появится. Сейчас, подожди. Блин. Все. В головку. Да блин. Тоже поднимается. Так, нам надо зачистить зону. А, не, она далеко, нафиг ее. Так, подожди, мне куда-то туда. Канализация, точно. Почему джишка не делалась? Вот сюда. Странно, они сюда не пошли. Нет. Кстати, кто-то предположил, что у меня вот эти вот глюки были. Так, я же тут где надо. Мне вот сюда, что ли? Хочу. Вот это я взломаю. Кушаю сырочек. Да блин. Да блин.
Да. Ой, блин, да я это знаю уже, но... Сюда. А. Чуть не прошли. Пусто. Нет, все равно нехорошо, что мы идем по заданию без патронов. Мы их хоть создавать-то научились или нет? Стрелы, блин, дротики. Ну, мы, кстати, можем прокачать наш пистолет просто чем-то интересным. Вот почему я не могу создавать патроны? Конечно, наверняка это сложнее, чем создавать стрелы. Так, если подумать, что патроны это как бы все равно. Так, все, спускаемся в канализацию, да? Вот бы добраться до нашей первой локации, до нашего дома-то. Нужно убедиться, что сигнал усилился и пробьется сквозь блокировку радиосвязи. Надеюсь, это получится, если установить усилитель на самой высокой радиомачте в Харане. Так, а Харан это интересно на нашем районе, на первой нашей карте. Что-то выключается постоянно. Так, ну-ка, блин, у меня патронов вообще просто по нулям. Может быть, мне их не использовать? Пока что. Смотрю. Звуки есть какие? Блин, опять сейчас чихну. Кто-то плачет. Или мне кажется. Черт, это ребенок? Нет, только не это. Да, ребенка мы уже встречали. Так, мне туда можно пойти. А это еще что? Так, там какая-то байда. Чё я кашляю? И тут какая-то байда. Бля. Где мой пистолет? Где мой чертов пистолет? Давай, давай, нападай. Ничего, ничего, ничего. Вот сука. Собаки такие сутулые, а? Ничего, ничего, давай, давай, у меня, блин, добавляется. Улизаться просто, на! Слышь, слышь, наверное, отсюда надо сваливать. Во, блин! Во, блин, у меня уже нету силы с вами драться. Где там этот ребенок? Не, ну мы его уже как бы утихомирили. Так, сюда тоже лучше не заходить. Ну почему не закрывается? Без головы остался. А это что за дети? Все? Блин. Ой, а это что? О! О! Нас! Нас! Не, ну капец! Там еще. Ой, бля! А муха! Ну-ка отвали! Ну-ка отвали! Че это, патроны у меня поменялись? Думаете, что, легко? Валим нахер отсюда, баджи! Сука, что он не проходит? Так, пошли вы нахер! Пошла нахер! Ты должен сдохнуть! Ты чё, ты чё? Ой, блин! Все, утихомирились. Так, где бы нам еще найти такие классные патронцы?
О, повышение уровня. Сразу качаемся. Так, а что прокачать? Что прокачать? Бесшумно убивайте их, чтобы использовать... Ну, это классно. Еще знаете, что было классно? Что-то другое я видела. Удары в землю не нравится. Вот это я, блин, хочу. Но я не могу это прокачать. Мне нужно 14 уровень, до этого еще долго. А это что? Убивайте глушающий грунт. Я стою перед оглушенным врагом, чтобы убить его. Давайте вот это попробуем. Так, я хотела посмотреть, что там в этом здоровом челике. У него должно быть много денег. Что, денег нет? Я думаю, по игре так должно было быть. Чтобы он взломал. Чтобы он сломал ту штуку, и нам надо было пойти утихомирить этого ребенка, который взрывал нам башню. Так, надо пожрать этого жизней. А что за плюс 99 у меня еще внизу? А, ну вы не видите, ладно. Очень жаль, да? Что вы не видите. Просто выбор такой. Либо мое изображение, это получается, где у вас. Ну ладно, в общем, это не важно. Просто суть в том, что изображение меня на видео закрывает жизни мои для вас. Вы их не видите. Но нужны ли они вам, да? Фу, идем по какой-то сраной трубе. Ну понятно, мы же в канализации. Так, нырять что ли? Вижу много врагов. Не хочу. Мы можем их отсюда замочить. О, кстати говоря. Вообще туда, я могу не париться. Чё я парюсь? Мы сейчас просто джишкой залетим и все. Да? Мы просто делаем вот так, чтобы потратить патроны. Так, поставим, пожалуй, вот эту кочергу. Она у нас не закончится, как минимум. Только если сломается. Чё это за звук был? Ты видишь, сколько врагов появилось на карте? Я, конечно, клевая чика, но я что-то как-то... Ну, пизда нам. Понеслась! Подожди, выносливость-то кончается? Я думаю, что нам тут не поможет наша... Меняйся. На. Сука, еще меня подожгла. Так, надо их сюда привлечь. Ну вот, что-то я туплю, я теперь сама ж туда и не пройду. А что, они не собираются гореть вообще? Ну а чё мне? Прибежит, не прибежит? А почему вот они бегать любят, да? В огне. Пошли вы нахер. Так, умирают. И боятся подойти, скорее всего. Зато... Мы с вами останемся живы. Это что такое? Сквозь текстуры. Не позволено. Что-то ладно, не будем больше швыряться огнем. Надоели они мне. Ну давай, иди. Я знала, что он там, но все равно испугалась. Так, серенький какой-то у нас внизу.
Опять будет мешаться мне на карте, конечно же. Так, нам не туда, и туда мы не пойдем, куда нам не надо. Куда нас не зовут, туда мы и не идем. Нам куда-то туда. Так, оружие, смотрю, скоро хочет сломаться. Куда-то нам туда, аптечки никакие не беру, у меня их много. Так, что ты меняешься? Еще. Так, выше некуда. О! О, мультик! О! О! Это мы вернулись на наш район. Походу. Первая карта наша. Замечательная погода. Наверное, это оно и есть. Ну вот. А, все, типа ночь закончилась. О! Что за повышение уровня? О! Легенда? А чё это? И куда это? А чё? А я не знала, что он тут прокачивается. Очки, я могу одно очко улучшить. Лук. О. Плюс 22% здоровья получено. Хочу. Здоровье это полезно. Сколько у нас теперь его? 200? Так и было же 200, что за херня? Так, я понял. Теперь мне надо куда? Это что, другая совсем карта? Ну, кажись, нам придется нырять. Ну, или скатимся с горочки. Ты че? Почему он не джикнулся? Когда-нибудь мне не повезет, и я приземлюсь на кучу ржавых ножей, точно говорю. Умник, ты как? Да, дружище, ты в порядке? Я на поверхности и пока цел. Теперь слушай, тебе нужна карточка-ключ. У подстанции без нее питание ни на антенну не включить. Ладно, где взять эту карточку? Надо порыться в контейнерах, она в каком-то из них. То есть еще надо найти, в смысле, она может быть и не здесь? Нет, она точно там, просто парень, который был там для тебя, спрятал карточку в один из контейнеров, прежде чем мы потеряли с ним связь. Так, а что за контейнер? Ага. Ну пошли. Ого. Использую. Ну тут зомби стопудово. Или тут ночлег. Могу ли я здесь переночевать, скажем так? Могу ли я здесь, скажем так, накрафтить себе патроны? Что мне безумно бы хотелось. Мне это все не дают и не дают, не дают, не дают. Мне нужен магазин и кладовщик. Вообще, в конце концов, база своя. Где мой дом? О! Дождь. Гроза. О, я могу залезть. Ну надо она мне. О, слышь, клёво. Не сходи с ума. Бляха, моха. Ты посмотри, а. Если чё, убежим. Вот, сука. О. Сейчас подбежим. Да отвали, отвали, отвали. Я хочу вот этого. Потом убегу. На. Так, тут еще один такой красавчик. Так. Теперь мне нужно здесь искать. Вот бляха. Вот бляха. Сука, больше всего ненавижу этих, которые взрываются. Так, прыгай. Почему же ты джишку не делаешь? Плевучая тварь. Так, мне хорошо с таким оружием ходить. А не так патронов нет. А, все. Я тебя не прощаю. Так, джишка это хорошо, но мы с ней далеко не улетим. Да что за погода такая, непогода. Ня. Поднимайся, ну. Да блин, что она поменялась? Что быстро избавились от него. Ня. Вот, сука. Харкающая.
Горите. Я даже жалею, что еще уже не ночь, потому что нам же за это больше дают всяких штучек. Так. Ну вот они не мертвы. Чего они хотят от меня? Подожди, где мои сюрикены? У меня вообще хоть сюрикены-то есть? У меня вообще ничего нет. А, есть сюрикены, все. Разнервничалась. Чего мы сюрикенами не мочимся? Это же у нас вместо патронов, считай. На. Ты что смотришь? Кажись, все. Так, теперь нам нужно обыскивать какие-то контейнеры. Вот контейнеры, он имел в виду вот это. В контейнерах карт. А, контейнеры, может быть, такие, типа, как, знаете, с документами. Это еще что за дело? Ничего не понял. О. А. Вот видите, да, почему не просвечивается? Блин, оружие мое скоро сломается. Эй, я что, вышла насквозь? Тут есть контейнер? Это же не контейнер, это шкафчик. Но я просто на всякий случай. Не меняй. Подожди, контейнер это что? Может быть здесь? Но это же тоже не контейнер, это же этот самый ящик тоже какой-то. У меня все ящики. Ну вот это контейнер с мусором, но там не было каких-то, типа, с мусором. Я, получается, хожу на этой локации, где должен быть этот контейнер. Может, его здесь и не быть совсем, вот в чем проблема. Что они могли как бы меня обмануть. Не вижу я, чтобы тут что-то было. Машина не открывается. Контейнеров здесь больше я никаких не вижу. Значит, наверное, пойдем дальше. Блин, а вдруг все-таки тут что-то есть? Там еще зомби какие-то страшные. Зомбис. Ну, получается, нам нужна одна карточка, следовательно... Блять. Где же? Ну где же? Это плохая идея. Ухо. Да блин. О, ловко зато. Отвали! Ты в воду не можешь идти. Не можешь. Меняем оружие. Точно же не идет? Не, клево, что реально я, по сути, могу от них спрятаться просто в воде. И ничего мне не будет. Так, мне надо точно мышку уже менять, как бы, что-то невозможно. Это очень тупо. То, что происходит. Ну, здорово! Не-не-не-не-не-не! Ёпать! Это же тот чел, с которым мы дрались, а у меня закончились все нормальные боеприпасы. Нет. Вы не думали, я думаю, какие мы лохи? Я вам сейчас расскажу. Сука, их до хера. Так, уходим. И меняем вот это, вот это. Так, пусть резко станет ночь. Ничего, мы сейчас вас сюрикенами замочим. Ой, блин, помните, мы же с ним мочились. Да похер мне на тебе. Вот эти меня только пугают. Слушай, один-то где-то справа стоит, рядышком. А, и другой. А где второй жирный? Ой, не отошла. Так, что-то с сюрикенами не получается. Попробуем что-то иное. Может быть, так.
А, там один вон он стоит. Вообще не смыслит, что происходит. Так, вы собираетесь умирать или как? Может, нам его не надо злить, чтобы он сюда пришел? Ой, он сейчас еще горящим в меня кинет. Да, мне бы сейчас патроны, ой, как пригодились. Но, кстати, что я выпендриваюсь? У меня же есть лук. Мы его просто поставим. Вот вместо, например, пистолета. Так, это у нас где лук? Это не лук, это не лук, блядь. Ну что такое? Так, сейчас хаваем жизни. Поменяем на лук. Здесь мы поменяем на вот... Ну, пусть сюрикен, ладно. Да чё ты, не уворачивается, ты прикинь? Ну вообще, по-моему, похеру. Я попадаю, но ему похер вообще. Так, то, что мы сюда свалились, это нехорошо. Так, надоело мне это. О, оружейный патрон, улет. Ой! Ты что такое? О! Yes, fucking finally. Один патрон. На что же мы его потратили? Теперь иди на подстанцию, Лала, воспользуйся карточкой, чтобы войти внутрь. Ты знаешь, я их пока не убью, не успокоюсь. Ну, мы их можем оттуда, с этого моста, сверху мочить. Так, кто тут поближе? Это еще что? Блин. Клянусь, пока его не убью, не успокоюсь. Так, сюрикены. Умрешь, нет? Мне это нужно для прокачки, ребят. Ну и для интереса. На тебя я потрачу лук. Улет. Так, смотрим. О! Это что за зелененькое? А, у меня инвентарь заполнен. Причем всякой чепухой, наверное. Так. Я могу, кстати, даже свои стрелы забирать. Но мне не зачем, у меня их миллиарды. Ну ладно, все. Все-таки я так и знала, что там ничего не будет. На том месте. Блядь. Так. Ну почему же ты не хочешь прыгнуть? Ну почему же? Я же нажимаю Shift. Давай, 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 давай. Так, нам вон туда. Прыгнешь? Ой, какая берлога. Я надеюсь, мы в текстурах не затерялись. Давай, 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 давай. Ура, и ловкость у нас добавляется. Кстати, выглядит как ночь, вам не кажется? Ну, типа, не выглядит как то, что день. Ну, тут, наверное, просто по игре должна быть такая атмосфера. То есть тут не может стать светлее, как мне кажется. Так, G. Сука, не могу. Я хочу к вам зайти, но не могу. Зато я могу делать вот так. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Так. Электроподстанция. Где она может вообще находиться, да? Ну что, зверюги, а? Блин, там опять здоровые эти демоны. Ну вот какого хера мы играем в такой интересной локации? И еще и без интересных всех этих штук.
пофиг мне на тебя. Где ты? Где? Где второй? Муха. Электроподстанция, она должна быть вот здесь. Под станцией, следовательно. Бляха, муха, я думала, это наш сюрикен. Очень тупо. Ничего, ничего, ничего. Мы сидим. Кто там шебечет? А, вижу. У нас уже скоро все закончится. Я уже не могу так играть. Мне срочно нужно найти тайник игрока. Ты что, вы умрете уже, нет? Окей, с этими лохами мы разобрались, но ведь у нас впереди жопа. Ну вот, оказалось бы, да? Вроде прокачались, а все равно посмотри, какие проблемы. Все закончилось, да? Все имеет свойство заканчиваться. Все хорошее рано или поздно заканчивается. Что у нас остается? Какой-то это гамак. Ня. Ня. А что у нас тут из страшных только эти? А он страшный. Еще и так надолго меня оглушил. Эй, ну ты что, он же не попадает по мне. Это несправедливо, это какая-то нечестная игра. Так, где он? Подойти собирается или как? На. О, умер. Вы что, офигели после таких тагамагов и не умирать? Кстати, они как будто сами в них прям летят. Я бы не сказала, что это как-то сложно в них попасть. Так, кошка. У нас осталась только кошка. У нас просто ничего нет. Кошка, стрелы, лук. Не, ну лук это хоть что-то. Неужели нам не сюда? Так, сломалась. Войдите в электроподстанцию. Неужели она там? Почему я не могу залезть? Просто я убеждена в том, что она должна быть. А, понятно. Вот же, понятно, все понятно. Закрывайте. Умник, я внутри. Внизу. Внутри. Отлично, включаю трансформатор. Отлично, кто-нибудь, дайте мне мои патроны. И все, что я копила. Так, 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 так. Ну вот, теперь мы как бомжи побираемся. Ну а чё? Это обычный зомби, а ты чё, ещё и лоб какой-то стр... А, он висит. Не, он не убивается. Он уже мертв. Это что? А. Какая музыка, господи, как будто за нами погоня какая-то. Но на самом-то деле ничего интересного. Подожди. Это не то, что мне надо. Это что за бред? Мне нужно зайти в эту комнату. Как мне в нее попасть? Ну, как я предположила, так. Кстати, давайте скушаем аптечку. А как это включить-то? Блин, может я, конечно, совсем... Ну, я реально не понимаю. Просто я же никак не могу туда дойти.
Вот это? Нет. А. Нет. Тут же больше ничего нет. Это отмычка. Ну зачем она мне? А это что? Отмычка. Да ладно, ну наверняка как-то выстрелить куда-то надо. Хотя это было бы странно, да? Включите трансформатор. Трансформатор. Бля. Я уже забыла, как они выглядят. Что их надо как-то включать. Один. Еще один. Теперь найди щит управления у подножия мачты и включи его тоже. А, это не надо включать, понял? Это такая обманка. Теперь должно было все открыть, и чтобы понять, что один только надо. Хорошо, что тут никого нет. Мы всех убили. Хочу тайник игрока, в смысле мой. Так. 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 Включите щит управления. Я же только что к нему подходила, нет? Надо было сильно ближе подойти. Оп! Поднимайся на мачту, устанавливай усилитель. Любые радио и усиления, метр будет работать как зверь. Так. А это вообще справедливо, что у меня тут кошка не работает? Она должна. Дичь. Черт, трос оборвался. Какой? Я ничего не видела. Да вы издеваетесь? Да я ничего не поняла. Подожди, блин. И чё, и чё, и чё, и чё? Ну и чё, и чё, и чё, и чё, и чё? Так, они же все равно до меня доберутся. Тут тварик только драться. Потом убегать. Все? Все? Это вот это нас напугало, да? Понятно. Не похоже на нас. Ну как же мне туда запрыгнуть? Ну почему же? Ну что ж это такое? Наверное, придется по какой-то трубе карабкаться. Что лестница у нас тут сломана. А! Я не помню такого. А, ну так-то мы доберемся. Нет проблем. О, видали, у нас ловкость добавляется. По сути, можно включить ночь, поспать, чтобы была ночь. Найти вот такую штуку и просто ползти вверх, потом спрыгнуть. Потом опять просто ползти вверх. И вот сейчас нам добавляется 7. А будет добавляться-то за ночное время еще больше. Поэтому жаль, что не ночь. Ой, а дальше-то куда? Так. Так, я вижу там какой-то проход. Не-не-не-не-не. Вниз, только не совсем. Так. Вот, видите, там закрыто. Ты чё, ты чё? Ты чё? Вот. Может быть, нам сюда? Да блин. Ты ползти будешь, нет? Давай. Ну вот это выглядит как что-то. Но он не хочет. Могу ли я выстрелить? Так. Не дурите мне мозги. Где проход? Зато ловкость прокачали.
Ну это что за дела? Так вообще крысы так поступают. Я же не могу понять. Умираем! Нет, он не хочет. Может быть, вот эта дверь? F. Ты когда-то перестанешь этой херней заниматься? Так, мне это все надоело. О, мы через текстуру прошли, может получится? Да блин, а? Вот туда. Потому что я других вариантов здесь не вижу, но не могу туда. Так, да ну тебя в пень, вообще. Где тросы? Прыгай. Падаем. Вдруг там еще до конца. Может, там в самом начале было что-то, куда можно залезть? А, бляха, мух, ты погляди, они издеваются надо мной. Ну как? Как можно им доверять после этого? Тут же прям специально канат висит, чтобы я не прошла мимо. Я прошла мимо. Но мы прокачали ловкость. Давайте посмотрим, что нам можно сделать. Задание, так, навыки. Ловкость. Так. Мгновенно освободиться от захвата кусяки. Удар в прыжке. Так, ла-ла-ла. Вдвое уменьшает урон от падений. А мне уже и так не это самое. Оружие, фонарь. А вот тут что? Врагов, которых вы перепрыгнули, оглушение длится 5 секунд. Во время скольжения можно ломать ноги врагам, чтобы использовать, нажмите Е во время скольжения. Не так уж часто я и скольжу, но нам все равно что-то прокачивать-то надо. Давайте вот это выберем. Будем их расшвыривать. Швыряться ими. И убивать других зомби. Такой вот у нас план, чтобы экономить боеприпас. Так, начинается. И ведь моя джишка здесь не работает, да? Дай угадаю. Не работает. А тут мы упадем. Так, ну... А по этой мы заберемся? Нет, не хочет, прикинь. Ты че? Просто доводит меня. Так, ну понятно, вот туда, где веревка, нам туда и надо. Было бы круто сейчас упасть, да, и все заново начинать. Ты что творишь? Ты что делаешь? Он вообще просто крейзи, он переборщил. Я его о таком не просила. Мы где? Сечете? Мы почти в самом начале очутились. Но мы сильно высоко-то и не поднялись. Не поднялись, если по-честному. Вот мы недалеко улетели. Блин, прям сложное задание. А чё я парюсь? Я вот сюда прыгну. Мне же потом как раз вон туда, если там нет решетки. Но мне как бы говорит не туда, а туда. Так, стой, больше никуда не надо. Оп, не ждали? Так, нам еще выше, ой. Нам еще выше, это не то, это что такое, где мы? Теперь как? Нет, клевая игра, повторюсь. Походу нам сюда. Да, не, в реале было бы страшно, конечно, так подниматься. В игре не так страшно, тем более, что я особо не это. Так, закрыто. Почему это никогда нельзя открыть и сломать? Почему мне постоянно приходится искать какие-то тупые пути? Вот это хоть какой-то путь. Крейн, когда установишь усилок, не забудь настроить радио на нужную частоту. Да, помню. Не, Крейн, конечно, крутой мужик. Вы вообще думали об этом?
Он столько всего делает. Хоть бы кто ему вот прям огромное спасибо сказал, да? Ой, наверху, кстати, вот бы хоть тайник игрока. Я все мечты. Ну, правда, ну это несправедливо. Я уже давно не встречала никаких этих самых, кто бы мне что дал полезного. Например, оружие. Опять карабкаться. Вижу. Тут примерно вижу. Вот сюда. Потом тут туда. Не похоже, что туда. Ладно, вот задумай, как хорошо. Вау, давайте остановимся и посмотрим на вид. О! Трос какой-то. Ну да, я думаю, что это уже наш район, этот первый, с которого мы начали. О, дождь закончился. Супер. Так, как же мне сюда забраться получше? Вот на эту? Ну так выглядит страшно, что как будто все-таки на эту, да. Теперь с этой нам вот походу. На эту? Потом на эту. Волнительно все равно, хоть это игра, но я же волнуюсь. Как я могу не волноваться за главного героя? Это же я. Ой, отменная игрушка. Конечно, ждали, пока я не залезу наверх. Это про погоду? Ой, еще выше. Чтобы сменить стрелу, удержите R. А, клево, у меня же есть какие-то огненные там. Я что-то про это не думала. Я думаю, зачем он мне предлагает сменить оружие? О, нам не надо наверх, нам нужно ниже. Но мы посмотрим, что тут. Ой, тут просто красота и флаг. И нас шатает не по-детски. Тут он сам шатается, если что. Как красиво. Во! Сломанный мост. Короче, мы можем дойти с вами вот на эту точку моста. Там, я знаю, зомби. Где-то вот там у нас меч Экскалибур лежал. Эскалибур. Блин, все, у меня уже саму тошнит от этого дела. Уже слезаем. F. Красота. Короче, вот эта часть, это наш первый район, наша первая карта. А вон та часть, где она? Короче, там, где-то там. Это уже, соответственно, наша вторая часть. Так, давайте займемся делами. Вот. Что же будет? Все, кто меня слышит, слушайте. Меня зовут Кайл Крейн. Я передаю сообщение из Харана, закрытого на карантин. Полковник Таннер и Министерство обороны солгали. В городе еще есть уцелевшие. Они хотят разбомбить Харан. И если это случится, вы будете знать, что Таннер и сотрудники Министерства убийцы. Голос правит. Твою мать, в зоне карантина кто-то выжил. Эй, как слышно? Прием! Это... Господи, я так и знал! Это нам уже кто-то говорит, уф, еле успел. А чё? Еле успел, и чё? Чё? Крейн, это ты? Как слышно? О, ВГМ? Какого чёрта вам нужно? Хотим дать тебе шанс покинуть это кошмарное место. С какой такой радости? Я так и не выяснил, кому переслали ваш файл. Даже аванс не отработал. Дело прошлое, Кайл. Забудем это, как страшный сон. Да будет для нас результат исследования доктора Зерри, и мы пришлем за тобой вертолет для эвакуации. Кстати, я знаю, что было в том файле. Знаю, что вы собирались что-то там.
И теперь вам срочно понадобилась вакцина, да? Это единственный способ сохранить лицо, убедить мир, что вы все это время трудились над созданием вакцины. Не говори глупости, принеси нам исследование, и все будет хорошо. Вам нужны результаты, тогда ждите от меня сигнала. Сави, ты там? Амплифайер установлен. Бриллиант, Крей. Теперь просто зиплайн down. Этот туннель, я упомянул, near where you land. Улет. Туда мне. Вот не понравилось мне все это. Что происходит? Красивый закат. То, что мне не нравится, что мы какая-то подстилка у этих ВГМ. Кто это вообще? Не, ну я знаю, там, блин. Чё? Все норм. Слышь, не дают на секунду расслабиться. Чё он упал? Что у нас кошка сработала? Ну, мы в воду упали, в принципе, ничего бы страшного не было, мы бы не умерли. Прыгаем как можно быстрее. Так, тут мы всех помочили. Да, без дождя намного лучше. А. Найдите вход в старый город. Да, план безупречный, ничего не может пойти не так. Ну да, сука, зачем ты так сказал? Так всегда говорят, когда пойдет что-то не так. Не хочу на них даже время тратить. Их тут слишком много. Ну все уж, можно было так далеко не лететь. Ой, блин. Муха, туалет. Давай же, отпусти, беги. Лети. Не, ну правда, ну не хочу уже, ну вот, в смысле, нет, да хочу, да, сука такая. Все интересно, все нравится, ну просто, блин, уже хочется поскорее, во-первых, найти свой тайник, господи, как тут много, блин, а? Лети, сказала. Так, а куда дальше-то? Не похоже, что сюда, я вижу там какой-то проход. Угу, все, чуть меня не надурили. Так, какая-то загрузка. Кажись, перешли мы теперь на наш район. Я бы сходила в башню. У меня тут столько дел, и в тюрьму надо заглянуть, помните? Но где мы не были. Блин, ну вот как бы тупо то, что только так можно перемещаться из одной точки карты на другую. Какими-то сложными путями проплыть. А если я хочу, ну, типа, быстро телепортнуться туда-сюда? Ну, мне что, не наверх? Наверх. Ура! Ура! Старый город, во! Старый город, во! Ну, наконец-то мы дома! Это улет. И у нас даже есть еще время тусить. В ресторан пока не надо. Ну что ж, ну наконец-то. Доктор Камден, это Кайл. Слышу вас, вы хотите встретить? Я готов взяться за работу, только принесите образцы. А, ну да. Именно это я и собираюсь сделать. Но не забудьте, я тут застрял в окружении тысячи зомби. Окей. Ждите, скоро приду. Ну как? Скоро. Скоро, это, конечно, ты громко сказал. Так, ты. Все-таки пока я не доберусь. Знаешь, куда? Пока я не доберусь до своего дома, никуда не пойду. Подожди, а где я? Я не там. А, блин. А где я лазила? Да блин. Мне другое надо было. Я думала, что мы вернулись в наш первый район. Давайте займем эту безопасную зону. Вдруг там появится... Во-первых, там точно появится тайник наш. Да залезай. Во-вторых, мне тут уже все надоело. Что за звук? Мы уже как-то пытались, кстати, занять ее, по-моему, ночью. И это, по-моему, закончилось очень плачевно. Так, что надо сделать?
Нужно включить какое-то электричество, обеспечить что-то там. А, вот сюда, да, я падала, и меня там все замочили. О, господи! Так, электричество. Внизу где-то включается. Сейчас я сразу порежу, чтобы ты мне не мешал. Так, они... О, ты погляди, как у меня мало жизни. 71, прикинь, из 200. Так, сразу. Сразу. Где? 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 О, где возьму? Это я включу. Выключу. Где? Тут где? О, тайник, но не могу его разблокировать, пока не включу электричество. Где? Где? Сука. Там. Нет, не там. Где? Так, а что мы закрыли? Окно. Так. Что дальше-то? Что дальше-то? Это еще не мой дом. Так, ну отодвинула я шкаф. А что дальше? Теперь если запрыгнула сразу в безопасности, мне что-то надо их почистить тоже. Ну, хоть рядом с неактивной зоной. О, все, теперь она безопасная. Супер. Супер. Да, это ночью сделать сложнее, скажу честно. Ну, наконец-то, ну, наконец-то. Во-первых, мы можем поспать. Во-вторых, мы... А чё за звуки такие? Ладно, мне на тебя плевать, наконец-то, наконец-то! Так, мне, наверное, нужно сделать какой-то мини-перерыв, хотя я только что включила камеру, я не думала, что так быстро найду то, что мне надо. Так, коктейль Молотова, нафиг, убираем мы отсюда. Можно взять пока взрыв-пакеты. Кстати, вот это все бы продать, что мне это не нужно. О, драгоценности, все. Ща. Хранилище. Мне нужно... Ой, у меня дел полно, ребят, если честно. Я не могу уйти отсюда, пока это не сделаю, потому что иначе потом будет проблема. Так, вот это все. Да блин, вот это все. Вот это все. Вот это все. Вот это. Вот. Блин, нет, не это. Вот это. Вот это. Хотя не, у меня, по-моему, джиггернаутов и так дофига. О, вот это. Это все, что мне нужно накрафтить, скажем так. Чего у меня мало? Грибы, это есть, это есть. Вот это все. Вот так. Да, дел много, дел много. Вот это все. Вот это все я разберу. Ну, если не разбираться со всеми этими делами. Кстати, вот это клевая, наверное, штука. Но не лучше моей-то. 1200. Ну да. Блин, обидно. Но это не так клево, как то, что у меня. Я бы могла, конечно, тут коллекции какие-то собирать, но смысл? Эй, нет, нет. А, я не могу это разобрать, значит, просто выброшу. Я просто на урон смотрю и понимаю, что мне это не нужно. Так, выбросить. Разобрать. Золотой. Да не нужен. У меня остается, получается, фонарь. Все как надо. И все. Все остальное мы начинаем крафтить. Только сначала мне нужно взять что-то, чего у меня много.
чтобы на что-то нажимать. Ну, например... Ну, например, горящий сюрикен. Ня. Теперь посмотрим, что у нас внизу, что нам надо прокачивать. Ну, подводные водоросли, начнем с них. Да блин, на F и заходить, и брать, понимаешь? Сейчас я их в другом месте выкину. Например, здесь у меня будет коллекция. Так, выбросить. Вот, отлично. Так. Не получилось. Давно я этого не делала. Вот, все получилось. Идем вниз. И прокачиваем. Мне надо много чего прокачать. Я уже много чего потратила. Так, это у нас что? Растения. Берем все. Проверяем. Где они у нас тут? Ядовитый лишайник. А мы сейчас что прокачивали? Грибы. У нас же эти еще были. Подводные водоросли какие-то. Мы не их прокачали сейчас. Грибы, что ли? Или лишайник? Ладно, это все не так важно. Нам нужно коктейль Молотова. Да. Самое главное, да, это нам коктейли Молотова. Ой, ну это надолго, извиняйте, дядьку. Ну не, ненадолго, но пока не сделаю, не могу. Дальше идти. Так, драгоценности. Давай сделаем побольше. Одну положим. Так. Вот видите, прям с первого раза получается. Так, современный метательный топор. Бритая граната. Вот эта вещь. Отличная. Ну, урон хороший наносит, правда. Им, наверное, как-то попасть надо еще. Да, вы что думали, играть это просто бегать и радоваться? Нет. Вот такой задир у нас нет. Еще что-то у нас тут. Вот король давайте сделаем. Правда, что, надо же и тогда и прокачивать, а то я их только создаю и ничего не прокачиваю. Мы почти закончили, не нервничайте. Так, сюрикены у нас есть там. Горящий сюрикен. Дропакет, горячая жидкость, горящий сюрикен есть. Замораживающий сюрикен не понравилось. Кошка есть, ракета и щит, драгоценности, задира. Задиру мы не сделали. Так, что у нас там внизу? Сейчас еще посмотрим, то, что я не увижу. Косметика, джиггернаут. Ну, а не нужен мне этот джиггернаут. Ну, я возьму. Просто, чтобы лежали. Они же все равно никуда не деваются. Так, ракета. Это. Угу. Посмотрю еще, что по урону хорошо наносит. Тут, конечно, вообще смешно. Так, ну давайте посмотрим, что у нас там получилось-то. Горящий сюрикен, коктейль Молотова, взрыв-пакеты. Взрыв-пакеты вообще беспонтовая вещь. Если честно, я уже перестала ими интересоваться. Так, ну тут у нас все норм. Что у нас тут? Во, подводные водоросли, да. Теперь мы что-то можем делать с подводными водорослями. Яд бегуна. Давай сделаем. А
Это типа что, только на мой серп? Так, сейчас 1200 урон. Ну, давайте сделаем, прокачается, да. Так, холодное оружие. Ну, да. Яд бегуна. Изменено. Что теперь у нас? О! А можно еще что-то сделать? А, типа только на одну могу делать. Так. Это мне не надо. Щит, аптечки. Кстати, что у меня по аптечкам? Вообще у меня их должно быть много. Потому что надо всегда проверять, потому что если в какой-то момент что-то закончится, я с ума сойду. Аптечек у нас полно. Наличных полно. Жаль, мы не можем увеличивать так эти... Еще и эти самые. Стрел дофига, патронов мало. О, давайте сделаем наборы. Ой. Они нам, правда, не знаю, зачем вообще нужны. Да, блин. F. Ну, пусть будет, да? Чё, нам жалко, что ли? Правда, нам уже за них не дадут ничего. Хотя вдруг дадут, типа, прокачаться уже в легенде. С помощью этого можно. Вот он. Чуть не обманулись. Так, 96, и положим сюда 4 штучки, пусть лежит. Так, что у нас? Драгоценности, мешочки. Это мы тоже заберем, потом продадим. Джаггернауты все эти нам ненужные. Винтовки. Тоже вообще-то мне это все не нужно. Мне это надо продать. Просто мне приходится это с собой носить. Проверяю. Что мне еще надо? Взрывной сюрикен привлекает внимание. Нехорошая вещь. Я думаю, что мы готовы идти убивать всех подряд. Так. А можем ли мы вот это что-то улучшить? Так, нажмите, выберите в инвентаре оружие, нажмите F6, чтобы улучшить его. Например, вот это. Еще больше улучшить. Могу. Король, ё-моё, обращение. Могу еще поставить короля. О-хо-хо. Чё, реально я этого не делала? Подтвердить улучшение. F. Ня. Ню. О-о-о. Давайте еще все будем прокачивать. Правда, возможно, не все только на холодное, что ли. Или F6 надо? Нет, только на холодное. Вот на это только работает. Но зато гляньте. Во-первых, у нас и прочность стала лучше. Хотя, может, это не от этого зависит. Ну ладно, все. Все, разобрались. Теперь мы крутые. Заряженные на убийство. Мы, конечно, магазин так и не нашли. Патрон у нас нихера нет. Зато у нас теперь очень крутое. Тут кто-то где-то с кем-то. Они еще ниже. О, ты глянь. Я думала, он в того стреляет, а он меня уже заметил. Давай-ка что-то другое. Типа, он меня уже не видит. Мне кажется, ему так посрать на мой коктейль Молотова. Я думаю, если я спущусь в него, покидаю вот эти штуки. Во. Так. Нет. Не это. Не это. Вот это. Собака сутулая. Сука.
Сука, это просто подстава. Я уже на таком расслабоне играю, знаете, вот когда такие вещи происходят, я просто шутяки. Ты кто? Ты кто? Ты магазин? Привет! Улет! Отличная встреча! Так. Все, не зря мы погибли. Все было не напрасно. Что-то у тебя ничего клевого. Главное, у тебя есть патроны. А что это такое? Ой. Зажигательные стрелы. А что, у меня типа все забито? Не помню такого дела. Так, ну... Я рада, конечно, что ты здесь появился. А, подожди, у меня тоже есть что тебе всучить. Во-первых, ой, а чё? Чё по цене? Где цена-то? Цена. За сколько я тебе это продам? Ладно. Мне это не надо было, то, что я у него взяла. Глупость какая. Полицейская винтовка. Драгоценности хочешь на F? Смотрите на деньги, сейчас мы станем еще богаче. Улет. Так. Давайте поспим. Может, у него что-то появится? Нам бы что-нибудь, ну, клевое. Что-то новенькое. О, сколько легендарок. Правда, они не супер-то и это самое. Обращение 73, вот тут вообще обращение 100. Не знаю. Катана мне нравится. Но мне нравится обращение 73. А у меня что там? Обращение 168, понимаешь? Как я могу брать то, где у меня вообще ни о чемское обращение? Кстати, а у меня какая винтовка? 368. Подожди, это точно? 368. А у него? 368. О! Автомат. Ну, правда, урон не то, чтобы прям вау. Могу ли я купить еще? Класс. Тогда я посплю еще. Это тоже важный момент в игре, вы не думаете? О! Ну... 247, 2550, ну у меня тоже такое. Подожди, а куда делся мой пистолет? Придется покупать. Так, тут у нас 2550, точность 25. Все то же самое, но у него-то он золотой. Золотое двуствольное ружье. Золотое двуствольное... Почему же оно синее? А тут золотое. Золотое же круче. Хотя вроде как по всем остальным штукам одинаково. Но у них должны быть какие-то различия в любом случае. Круто, что я могу у него закупаться. Потому что, видите, у меня все равно еще как бы недостаток. Ну, где-то уже перебор. Вот это мне уже брать не надо. А где-то все еще что-то и это самое. Клево, разрывные стрелы, марли. Все это у меня, конечно, есть, но прикольно же. Так, куда-то я делала свой пистолет. Может, продала, может, я не знаю чего. Куда-то просрала. Так, а мы их сейчас сравним. Вот видишь, выглядит одинаково.
Но во всех играх, в которые играл я, в легендарке намного круче. Так, получается, я положу сюда вот это. Лук оставлю. Это мне надо. Еще раз посплю в надежде на то, что у него что-то появится. Что мне хочется что-то еще круче. А у него все ничего. Во. Блин, ну что такое урон ссаный? Я все равно куплю. И положу к себе в сундук. Такие важные вещи просто так оставлять нельзя. Короче, понял. Я тебя прекрасно понял. Больше у тебя ничего нет. Но сейчас ночь. Че мне в ночь выходить? Ну, такое. Так, проверяем. Вроде все верно. Вроде бы все, как мы и хотели. Так, тут тоже F6, да? Точно нельзя прокачивать? Ой, да блин. Не та кнопка. Не могу. Сейчас ночь, да? Страшно. Ой. Но выбора нет. Знаешь почему? Потому что нам нужно каким-то образом прокачивать. Ты чё? Они не имеют права. По-моему, тут не слишком глубоко. Ха. Вот. Погоня отстала. Очки ловкости 54. Ну, не так уж и много. Так, можем ли мы забраться? Можем. Давай же, давай. Пошел нафиг. Пипец нам, ребята. Ну все, он сюда уже нас не имеет. Нет, он может. Но мы сейчас навернем, и опять погоня отстала. Дела плохи. Дела плохи. Он не хочет нырять. Аж, хотя бы аж съешь. Нырни, нырни, сука. Да сука. Я просто ненавижу. Просто ненавижу то, что он тупит, он не хочет у меня улететь, он не хочет съесть аптечку. Ладно, зато мы нашли еще один магазин. Просто вам лайфхак. Как хочешь, что сделать, чтобы быстро найти магазины или еще что-то? Просто умри. Все получится. Вау. Такое не видела. Урон, ну, у меня же лучше, разве нет? Посмотри, 2000, а у тебя что? Это мы знаем. Вот что-то новое, мощное такое появляться будет. Я хочу кладовщика найти. Он мне нужен. Все это не надо. Все я это знаю. Кстати, иногда у них продаются улучшения, прикинь. Кладовщик. О! Вижу. Крейн, рад новой встрече! Твою мать, как ты сюда попал? Спайк, с трудом, как бы там ни было, Брейкин посылает лучших. Слушай, теперь ты всегда найдешь меня здесь, понятно? Все, чем я мог тебе обеспечить, в трущобах будет и здесь, так что бери, не стесняйся. Спасибо, Спайк. Нешь, дружище, ладно, увидимся. Ты подожди, ты у меня не хочешь забрать вот эти штуки? Доставим. Одно? Сколько ты мне дал навыков? Два? А жоп не слипнется за 95 или сколько я ему дала? Много.
Выносливость, хорошо. Здоровье. Может, мне здоровье надо было прокачивать? 200, а так? 203, что ли? Фу, это издевательство какое-то. Что за 3? Блин, бред. Так, ускоряет восстановление здоровья. Все по здоровью я люблю качать, потому что это нужные вещи. Так, а у тебя же ни хера и нет. Не надо. Лук, сколько у тебя лука? Господи, боже мой. Ладно, сейчас я прокачаюсь. Ладно, давайте сделаем паузу. Ну что ж, наконец-то мы можем продолжить. Я тут такое сделала, это вообще жесть. Я себя в шоке. Короче, прикиньте, что... ну, я вам, наверное, уже включила кусочек, что я делала. В общем, я тут столько накрафтила, или как называется. Я сделала 14146 тканей бегуна, потому что они у меня достаточно высоко, и я таким образом смогла себе прокачивать наборы помощи при ЧС. Таким образом, я прокачала себе уровень легенды до 205-го, прокачала здесь вот все, в принципе. Ну, вот, можно еще и это попрокачивать, но что-то я уже устала. Хотя вот метательное оружие, это же, блин, это же тоже эти самые мои штучки. Ладно, сейчас при вас делаю. Короче, как я делаю? Это вообще прикол. Я почему прокачала себе вот эти ткани бегуна намного? Потому что их может быть прям очень много. 14 тысяч, это просто ужас. Я себя в шоке. Короче, прикиньте, ему так, оказывается, много надо сдавать вот этих наборов. Что я офигела с этого. Чтобы мне он дал какие-то навыки, мне прям надо дофига ему собрать. Я ему сначала же сдала, помните, 90, он мне за это дал 2 очка. Я думаю, да ты гонишь. Короче, прям много он с меня потребовал, поэтому я решила... Я тут побегала, правда, долго, потому что я думаю, так, ну сейчас от него сыну столько, потом столько, он мне все мало и мало дает. Когда я думала, что я ему уже много сдала... Ой, да блин. Когда я ему думала, что я уже много сдала, он мне все равно говорит, знаешь... Чуть-чуть мне дает баллов, я думаю, да ты гонишь, но мне не хватает все прокачать. Я уже хочу все прокачать, я уже вкусила вот это вот самое дело, я думаю, уже я не могу остановиться. Так, ну я не знаю, мне кажется даже, что хватит. Я сейчас боюсь даже, вдруг я сейчас до самого конца прокачаюсь, он скажет, ну все, игра закончена, что дальше делать-то? Нет, подожди. У меня просто обыкновенная ловкость даже еще не прокачана. Ну да, вот это единственное, что все остальное приходится самому качать. Ткани бегуна, господи, что мне с ними делать? Так, один оставляем. Мы всегда один оставляем на случай чего-то там. Кстати, я еще не заходила в магазин. Я же тут, короче, прокачала оружие. У меня теперь урон еще больше, чем стал. 4000. Тут 8... 9... А, хотя... А может, тут столько и было? Или нет? Короче, давайте запомним. Тут 293, 100... 293 тысячи. Сейчас посмотрим, работает это или нет. Сдадим. Мне кажется, уже выше нельзя прокачаться. Такс. Ну, давайте прокачивать вот это вот. Вот так вот я сидела и прокачивала. Все прокачивала и прокачивала. Но на самом деле это недолго. Просто надо было мне сразу кучу тканей бегуна наделать, чтобы не париться. Потому что я сначала по типа 200 делала, потом по 400, потом думаю, ай, гулять так гулять. Мне кажется, что это уже максимум. Все, я думаю, мне тут должно хватить уже на все прокачки. Ну и вот. Вот тебе и финиш. Что дальше-то? Игра не закончилась. Ну все, мы тут полностью прокачаны, уже тут выше нельзя. Тут уже все. Так, смотрим. О, да, смотри-ка. Да, было 1000, помните, сейчас 3000. Теперь тут 879. Не, клёво, клёво. Сейчас самое интересное, что нас ждет. Лук тоже, кстати, огневая мощь стала больше. Ну, в смысле, урон. Теперь мы с вами пойдем в магазин. Где он тут? Магазин наверху где-то, да? Так, что-то темно здесь. Сейчас мы с вами пойдем в магазин и посмотрим, что мы там можем приобрести новенького. А, он внизу? Слушай, да, действительно. Вот же он. Так, ну что, вы готовы? Так, ножик. Ну, хороший урон, но не то, чтобы я офигела. Хотя он легендарный, возьмем. Ну, не, да, конечно, стало получше. Ну, я как-то думала, что все равно больше будет. Какие красивые, ты посмотри. Сколько красивых всего. А у меня так и не появилось, да, больше места? Блин, это очень странно, то, что он мне не дает больше места для патронов.
Так, давайте сразу посмотрим, что у нас. Так, 168, 4000. Ну, тут даже рядом нет того, что... А, ну он у меня еще прокачанный. Но обращение классное. Тут я такого пока не вижу. Да. Надо поспать. Вы можете взять новый предмет. Где моя койка? Вот это моя. Вроде даже уютненько, да. Интересно, что нам кладовщик дал? Нам бы тоже тут сходить к кладовщику посмотреть, потому что после прокачек он нам обычно что-то новое дает. Во! Ну, я все равно возьму. Блин, мне не нравится, что такое обращение маленькое, то он будет очень долго замахиваться. И урон не сильно круче моего. Девятьсот пятьдесят девять, а у меня... У меня лучше. Ну тут сравнивать, конечно, надо. Но в этом плане все лучше. Так, а кладовщик где у нас? А, кладовщик это же наш и есть, этот челик, к которому я все относила. А, ничего у него нет. Скучно. Мальчик, ты чего там рисуешь? Такс. Мы взяли вот это и вот это. В любом случае, это же должны быть другие патроны. Не как у пистолета и не как у этого самого. Ну, понятно, что это круче. Но мы его жалко прокачать даже не можем. Точность, скорострельность 90. Блин, да наш-то круче. А это? Это тоже наше круче. Но каким он может стать, если его прокачать? Вы об этом думали? Где у нас? F6? А, я все выкинула. Я же все выкинула. Так, нам надо сюда положить, во-первых, одну. Хотя зачем? Ну ладно, пусть одна. Что, они мне мешают, что ли? Одну вот эту штучку. Ой, что я взяла? Случайно. Оружие-то хера, нафиг мне не нужно. Складной нож. Сейчас мы посмотрим, как он прокачивается. Но я не думаю, что сильно круто прям. Так, у меня задира 1500. Где у меня золотистые? Король. Только возьму. Думаю, мне хватит. Для улучшений. Так, F5, F6. Подтверждаем и смотрим. Блин, все равно не стало лучше. Зато наше... О, зато здесь обращение 200. Но все равно наше-то круче. Подожди, я еще в чертежах что-то могу сделать. Шокер. Я могу еще на него вот это накинуть. Должно стать лучше. Ну, да, лучше, но... Знаешь, я его все равно оставлю. А вот с этим я что-то могу сделать? Почему я ничего не могу для него сделать? Чё я так волновалась? То, что у меня там что-то закончилось. Я же могла создать. Помните, когда мы ходили, у нас там закончились и эти. Я уже забыла, я уже привыкла, что у меня все при мне. Лук беспонтовый. Ну, хотя нет, все равно урон наносит. Ну, просто единственный плюс лука, что на нем не закончатся стрелы. Точнее, могут закончиться, но мы их создадим. Ладно, я думаю, что я готова идти и сражаться. В магазине же больше ничего не появится интересного. Только как тут найти выход? Я опять забыла. Вот сюда. Угу. Ночь. Ночь, значит, вендетта. Так, нам куда-то туда полетели. Давайте сразу протестим нашу штучку.
Вон сколько нам ловкости дает. Вон ты, гляди. А мы просто летаем. О, ну мы уже нашли, куда нам надо. Теперь нам просто надо разобраться, как сюда зайти. Нашла. Что-то тут дверь не закрывается. Ну, не открывается, прикинь. Еще кто-то меня увидел. Синим что-то горит. Взлом нормально. Так, что-то они все, блядь, ко мне собираются. Или там на того челика нападают. Я слежу за картой. Блин. Я ж точно сейчас за жопу возьмут. О, да, там лютые же скорее. Ух ты ж, ё-моё! Давай, 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 давай! Давай! Вот. Чё я в самом деле? Так. Мы пока переждём. Ты чё, охерел? Ой, блин, а? Да блин! Я не могу умереть, не могу. Так, 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 так. Аш, 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 аш. Аш, аш, джи, джи, джи. Аш, джи, джи, говорю. Я вся на нервах, извините. Они же за мной сейчас погонятся. Пошел ты, пошел, пошел. Да пошли вы нахер. Я не собираюсь умирать. Где-то здесь должен быть вход. Бежим. Да пошли вы нахер. Где вход? Где? Где? Так, вы, наверное, Крейн. Я вижу вас через камеру слежения. Да-да-да-да-да-да-да. Да, это я, меня зовут Крейн. Воспользуйтесь лифтом, нажмите на кнопку нижнего этажа. Давай-давай-давай-давай. Ясно-ясно. Получено достижение. Достижение. Удрать. Погоня отстала. Конечно, они же лохи, хотя чё мы. Они сюда не залезут? Так, а чё у нас? Подожди, нет. Ой, не имеешь права. О, слушай, офигенное место. Мне нужно поменять. Тут есть? Чуть не влопался, слышь. Не. И сколько нам сейчас дадут навыков? Так, я хочу еще вот так. В смысле, погоня отстала? Ну-ка, вернись. Сколько нам урона, в смысле, очков дают. Тут кто-то. Так, опять отстала. Да блин, себя поджигать не надо было. Ну как мне их теперь привлечь? Надо ждать, когда огонь закончится. Блин, погоня отстала. Не хочу. Я хочу, чтобы она не отставала. Очки ловкости. О, клёво, я же могу реально скользить. Во, мы гений, во, мы гений. Ты вообще чувствуешь этот кайф? Мы, правда, сейчас офигенное оружие потратим. Во, во, во. Ня, ня, ня. Он не должен был. Он не должен был. А-а-а. Вот пиздец. О, все, утро у нас наступило. Плохо мне стало. Очки ловкости. Да, очки, очки, вау. Все, ночной выживший, паркурщик. Ня.
Ой, клево, клево было, да? Не сходи с ума. Так, что за навыки, блин? Ну, напряжно было. Конечно, было напряжно. Так, это чего? Мельница. Несколько врагов сразу загружены атаком, чтобы использовать... Да, блин, вечно он меня просит прокачать то, что я не хочу. Двуручное оружие. А это что? Все, вот это прокачиваем. Решено. Ой, капец, да? Вот это клёво. Не знаю, зачем мне все это собирать, если я и так клевая. Ну почему бы и нет, да? Все. Все. Так, а вообще-то, давайте-ка мы с вами на этом и закончим. В следующей серии мы с вами пойдем дальше на лифт. У нас уже 84 сюжета пройдено. Задание у нас с вами клиника. Доставьте образцы тканей от Зери в лабораторию Камдена. Так что в следующей серии мы с вами этим и займемся. А я поехала в ресторан кушать хачапури и кайфовать. Так что всем спасибо, что смотрели. И всем пока.